Добрый день. Сейчас быстренько сготовлю обед на быструю руку. Так. А потом, если что, у меня сейчас дела. Сковородку ставлю. Сковородку ставлю на газ. Так, наливаем масло и режем лук помельче. Но с острый надо осторожненько, а то порежемся. Так, сейчас обжарю лучок. Вот, на улице тепло, ну пасмурно, но тепло. Я уже в магазин сбегала за хлебушком. Вот, сделала капусточку с маслом, с луком. Вчера картошку отваривали, осталось немножко. Вот доедим с капустой. Можно грибочки открыть, маринованные, соленые есть у меня. Мясо соленое. Эти есть волнушки. Вот капусточку сделала, очень вкусненько. Так, значит, лучок порезали. Вот. И лучок сюда. Все, пусть поджаривается. Так, я немножко лук присолила, потому что у меня будет основа спагетти. Еще минуточку пусть пассируется, и все. А я два яйца сейчас вот так вот собью. И немножко добавлю сюда молочка. Курица у меня, мясо оставалось. Я сняла с косточек, порезала. И колбаску одну шпигачку. Вот так. Достаточно. Миллилитров 50, наверное. И добавлю сейчас. Так, ладно, не буду. Вот. Так, теперь обжарю наше мяско. Колбаску, мясо, лучок. Вот, даже уже зажариваться стал. Ой, что-то как темно, сейчас свет включу. Посветлее немножко. Все. У меня осталось спагетти, которую я порезала. Я ее порезала помельче. Вот так, видите? Сюда. Так. Так. Угу. Теперь я посыплю своей сухой приправкой, которую сама делаю. Здесь у меня перец, помидоры измолотые. Так. Сейчас все размешаем. Очень быстрый и очень вкусный обед. Это у меня обед будет. Миша у меня уехал в поселок Пашия ремонтировать памятник Ленина. Вот все, друзья. Все это обжарилось.
И сейчас я залью нашей смесью. Так, надо, чтобы попало везде. Сковородка, видите, какая широкая. Тик-тик-тик-тик-тик. Такой тоненькой струечкой. Так-так-так-так-так-так. И, конечно же, сейчас я закрою крышечкой и убавлю огонек. Все. И закрываем. Ну, оставляем, я не знаю, посмотрим. Посмотрим минуточек через 5. Так. Сейчас нам надо размешать. Вот. О, какая красота! А какой аромат от приправки идет. Смотрите. Видите, яйца поджаривается все. Все. Можно сказать. Готово. Да. Все, ребята. Ну, пусть 10-15 минут. Ну, конечно, потому что у нас все продукты. Можно сыра, но у меня не любят плавленый такой сыр. Все. Посмотрите. Я, конечно же, сейчас попробую. Все, соли достаточно. У меня вермишель соленая, мясо соленое. Если что, можете яйцо подсолить. Я выключаю. Все. И закрываю крышкой. Так, ребятки, хочу я сделать чебуреков. И хочу показать, как я делаю заварное тесто. Чебуреки получаются. Ой, во рту тают. Хрустящие. В общем, тесто такое эластичное получается. Значит так. Вот в этой чашке я буду замешивать. Хочу муки завесить. Ну, так-то я на квас делаю. А вам покажу. 700 грамм муки я сейчас сделаю сюда. Все. Сейчас покажу. Видите, 700. Чашку я минусовала. Добавлю. Соли. Вот чайную ложечку. Добавлю 2 ложки растительного масла. Вот сюда в серединку. И вот у меня чайник закипел. Кружка у меня 300 миллилитров. Сейчас я налью кипятка и будем заваривать. Все, выливаю и замешиваю, завариваю. Начинаем заваривать. Ой. Ну, а там посмотрим. Мука разная бывает.
Ни яиц, ничего сюда я не делаю. Так, сейчас сначала ложечкой, а потом руками и на стол будем. Опа, чебуреки сегодня жарить. Ну и все, сейчас мы будем уже руками. Будем собирать руками. Оно уже не такое горячее. Собирается очень хорошо. Друзья, собираем всю муку. Вот так. Вот так. Сейчас я на стол буду уже перекладывать. В общем, вот. Так, сейчас я ему дам полежать немного. Оно полежит, отдохнет, остынет. Ну-ка, на столе. У нас солнышко опять. Прекрасная погода. Вот. Оно тепленькое. Фаршик у меня уже готов. Курица со свининой. Вот так. Вот так. Минуточек пять. Помнем его и дадим отдохнуть. Все. Прикрою сейчас я пакетиком. И подождем. Ждем. Все. Все, ребята, оно у меня полежало. Стало такое эластичное. Видите? Стол чистый. Все. Я разделила его на две части. Так, немножко муки надо будет. Так, ну я хочу, конечно, большие делать чебуречки и тонкие. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть надо муки. Ну, чтоб раскатывать. Тесто делаем упругое, как на пельмени. И тесто раскатываем тоненькое-тоненькое. Конечно, не надо было сразу муку всю. Мука вот разная.
Мука, ребята, разная. Оставляйте всю, не делайте. Вот у меня сегодня, мне кажется, оно прямо уж больно упругое. Немножко бы поменьше. Я по-разному делаю. А сегодня вот бухнуло все. Видите, как вот. И вот смотрите, оно вообще. Надо большой взять это. К столу не липнет. Видите? К столу не липнет. Я еще буду раскатывать. Вот большим удобней. Тоненькие, большие чебуреки будут у нас. Вот так. Надо окно открыть, жарко. Вот даже, наверное, муки не надо. Сейчас попробую второй без муки. Видите? Да, наверное, даже муку не надо сыпать, мне кажется. Если начнет липнуть, мало ли. Но мне кажется, оно не будет. Оно не должно липнуть. Здесь растительное масло. Вот так. Ну, вот оно, видите, маленько сворачиваться. Или что, как сказать-то. Ну, в общем, сами увидите, господи. Это же такое дело. Где, как, что получилось. Масло наливаем. Ну, так хотя бы в сковородке. Сантиметр, полтора, вот так вот. Стол-то чистый у меня. Смотрите. Тесто какое эластичное. Вон, видите? Сейчас накатаю. Ну, я немножечко где-то подсыпаю муку, если что. И еще тесто Кати на этот поставила. Завела, как его, разборник. Ну, а если что, она дома испекет его. Вообще, работать с ним супер. Не знаю. Так, раз, два, три, шесть, семь. Надо было сделать картошечки с лучком зажаренным. Я тут пироги-то делала. Какая вкуснятина. Что-то не догадалась я. Я бы с удовольствием поела. Ладно, буду дальше раскатывать. И еще хочу сказать, что вот я как масло налила, все, я больше не подливала. Вот. На все чебуреки мне этого масла хватило. Вот смотрите, какая чашка. И мы с Катей уже поели. И вот масло как налила, я говорю, ну, когда первые чебуреки опускаю, как бы масло даже на них немножко сверху заходит. Вот так у меня было. И все. Вот последний дожаривается. Вот такие у нас чебуреки красивые, ребята. Видите? Так. Запустила первую партию. Вот, ребята. Такие красавцы. Сейчас буду доставать. Следующие пойдут. Тут у меня вот тесточка уже поднимается. Тут вот. Сейчас защипывать будем. Здесь мы защипали только на сковородочку.
Ну что, ребята, посмотрите, какие у меня чебуреки. Катерина у меня уже наворачивает. Сейчас я налью себе. Есть там молоко-то еще? Чуть-чуть есть. А вот здесь у меня сейчас чай добавлю. Катя, вина еще молока? Ну вот. Прямо хочу. Это кипяток. Кипяток я не буду. Да и этот кипяток. Да? Слышно? Ой, кипяток. В общем, вкуснятина. Очень вкусно, ребята. Очень горячо. Вообще. Все, на этом заканчиваю. Всех приглашаю на чебуреки. Всем пока-пока.